Первая. Говорящая чихуахуа Софи. Ну что ж, это третья часть влога про проверки в ветклиниках. Кто смотрел первую, видел, как мы ходили на проверку зубов. Кто смотрел вторую, знает, что на прием для сдачи анализов мы не попали и поехали туда на следующий день. Поэтому сегодня последняя часть о том, как мы сдавали анализы и были у врача. Ну что ж, поехали. Точнее, мы уже едем. Так что? Будем доехать. Надеемся, сюда. Мам, только ты не проедь ее в этот раз. София, ты видела, какой большой автобус? Ага. Вот она, мама, давай, останавливайся, поворачивай. Вот она, наша клиника. Приехали. Ну вот, приехали. Быстро приехали. Приехали. Сейчас анализы будем сдавать. Ну давай, мам, вытаскивай нас. Ну давай, мам, вытаскивай нас. Заходите. София, пойдем. Так, где тут у вас сдавать анализы? А, где? Ну? А это не больно? Почему со мной никто не говорит? Надеюсь, это не больно. Ой. Что вы будете делать, тетя? I make video because I have blog on YouTube. Blog. Видеоблог. You know? You know? Ну, она не знает, что такое видеоблог. Ой, стало не больно даже. Но ты все равно меня гладь, мам. Думал, будет больнее. Чем она меня за шею держит, мам? Так долго анализы сдавать. That's all? Now for cure? Спасибо большое, тетя врач. Софи, не бойся, это не больно, просто долго. Да я и не боюсь. Мама, чего они будут делать-то? Так, я не боюсь совсем. Спасибо большое, да? Ага. Ой. Не боюсь. Так, это что такое? Что вы будете делать с этой штукой? Что это они будут делать с этой штукой, мам? Я не боюсь. Мам, не надо, я не нервничаю. Так, полезла в банку, что ты там берет? Мам, только бы это, не больно, ладно? Я спокойна, небо, море, океан, представляю, океан. Ой, это что, все, что ли? Такие собаки. Стой. Бешеные какие-то собаки. Эйвен, пойдем. Затопают. Софи. Пойдем, Софи. А куда сейчас мы идем? Все уже? Кто можно домой? Че, домой, мам, теперь идем, да? Мам, собака? Домой или нет еще? Кто? Мы взяли на проверку кровь сегодня. Сейчас мы узнаем результаты анализов через 2 часа. Это кровь. А через 10 минут мы узнаем результаты анализов на сердечных червей и на других паразитов. Все проверим, чтобы все были здоровы. Нужно проходить такую проверку периодически, потому что мы можем не знать, почему собака вяла или еще что-нибудь. Но София, вы вроде чувствуете себя хорошо, но мы хотим во всем убедиться, чтобы быть уверенными, что все здоровы. Ну мы же здоровы, да? Да? Да. Сидеть, ждать. Ну, мама, долго еще ждать? Мама сейчас придет. Ой, собаки. Мама посмотрела витаминки. Молодцы, ждут собаки. Я тут какая-то да, мамочка, штука, ну все. Скажи, да? У Ивана тоже да, какая-то да. Штука, да? Да, да, мать. Кошку принесли там. А долго нам еще ждать, мам? Да, кошку Вась, принесли, кошку да. Мама, принесли. Долго еще ждать? Смотри, Софи, кошка. Да блин, я что, кошек не видела? Ну посмотри, Софи. Кошечку принесли. Мам, ну ты опять повторяешь все по 100 раз. Мама меня погладит. Ну, мам, ну ты что? Ждем тест, который закончится через 10 минут. А потом на 2 часа, наверное, не поедем домой, пойдем погуляем куда-нибудь. И потом вернемся. Да Скипи, Скипи, привет, да. Привет! Скипи, привет, да. Привет, Скипи! Мам, я пойду поздороваюсь. Эй, Скипи, привет, ты чё? Привет, Скипи, а ты чё здесь? Скип. Ну, Скип, привет, Скип. А, вы не одни. It's okay, buddy. Скип. Привет, Шейла, привет. Эй, девчонки, привет, не бойтесь. Да не бойтесь, это не больно совсем. Ой, это же чихуа София. Да, привет, пудельки. Здорово. Привет, пудельки. Мы получили тесты по поводу паразитов сердечных и паразитов в крови.
Мы чисты, да. Мама, это наша кровь? Ух ты! Софишка, ничего нет у нас. Мы здоровы, нет паразитов. В крови, в сердце. Отлично. Современные технологии. Все, а теперь нам нужно ждать 2 часа, погулять где-нибудь часа и вернуться, ждать? Узнать все остальные результаты, да? Да? Тиньки! Тиньки! Ай, Тиньки! Ой, какой красивый! Смотрите, у Скипы тоже есть такая штука. Вы команда! Команда! Мам, погладь меня! Смотри, это Тиньки. Это да, Тиньки. Мам, мы знаем Тиньки. Тиньки. Знаем мы его, мам. Это Тиньки. Тиньки, у тебя лапы пахнут рыбой? Где лапы пахнут рыбой? Смотри, это Тиньки, Тиньки. Мама любит Тиньки. Мам, ты же меня больше любишь, ты говорила. Софи тоже любит Тиньки, да? Хороший котик. А я хорошая, мам? Я тоже хорошая. Хороший котик. Сюда. Кто запрыгивать в машину умеет? Как давай. Я не смогу. Давай. Мам. Давай. Тиньки. Тиньки. Пойдем, блин, зачем ты нас так откормила так? Давай. Блин, мам, зачем ты нас так откормила так? Давай. Да иду я. Ой, блин. Только не включай это в видео. Вот я разжирела так. А, Тиньки. Че ты хочешь, дядька? Не трогай меня. Никому нельзя меня трогать, кроме мамы. Отстань от меня. Ну что, вы купили все, что нужно? Bye-bye! Да, мам, пошли уже! Say bye-bye! Ой, мам, что-то я писать хочу! Писать хочу! Прости, мам, но больше некуда сходить! Ай! Заходите! Поехали дальше! Ю-ху! Поехали! Эйвен потерял свой бандажик! Мам, ну тут же бутылка! Иди-ка. Ладно, сейчас погоди! Ой. Ай, молодец! Это твоя штучка, да? Кто такие красивые? Почему мама всегда с нами так странно говорит? Я не знаю, Эйвен. Кто такие мама, красивые? Почему ты всегда так странно говоришь? Пойдем. Я не жирная. Эйвен, я не толстый. Йо-хо-хо, Скипар! Скипи, Скипи, ты куда? Скипи, 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 ты куда? Пошли играть. Пойдем что-нибудь покушать сейчас. Побыли в гостях у американцев. Let's go! Скипи, пока! Эйвен, пойдем. Where's the cover for the phone? Пойдем, Васи. Софи, пойдем. Выходите. Коконаты растут у них. Где? Я не жирная, я не жирная. Блин, нафиги мне. Мам, только попробуй это включить в видео. К сожалению, возвращение за анализами, и как мы ехали домой, снять мы уже не можем, потому что у мамы садится батарейка, и это последние кадры, которые мы успеваем снять. Так что с вами была первая говорящая чихуахуа Софи, видеоблогер. Подписывайтесь на мой канал и мой инстаграм, вступайте в нашу группу ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока. Пока. Я не жирная, я не жирная, блин, на фигня. Мам, только попробуй это включить в видео. Я не жирная, я не жирная.